Громче, громче, громче! Аплодисменты, мы встречаем Олимпийский огонь! Друзья, громче, 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 громче! Привет, деревня Универсиады! Буквально полгода назад здесь, в деревне Универсиады, стартовал казанский этап эстафеты огня Универсиады. И сегодня, предновогодний день, отсюда стартует Олимпийский огонь. Ура! Мы встречаем первого факелоносца, участницу четырех паралимпийских игр, чемпиона паралимпийских игр в Турине 2006 года, четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам среди инвалидов, заслуженный мастер спорта России Ирина Васильевна Полякова! Эстафета Олимпийского огня Сочи 2014! Ирина Васильевна, несколько слов! Здравствуйте, наши гости! Хозяева города Казани, республики. Я очень рада, что мне доверили нести этот огонь. Потому что наши ребята будут участвовать в Паралимпийских играх в 2014 году. Я им желаю успехов, здоровья и только победа. Всем здоровья! Ура, друзья! Ура! И наступает торжественный и волнительный момент зажжения первого факела на территории деревни Универсиады. Конечно же, под наши самые громкие аплодисменты. Казань, покажите, как мы умеем встречать почетных гостей. А у нас сегодня в гостях, друзья, эстафета Олимпийского огня. Дружно, все вместе, выше флаги, громче аплодисменты! А теперь, друзья, на нашей сцене вновь встречаем! Алексей! Конечно, гордость, что я был выбран в числе тех, кто
мог принести этот факел. И я был приятно удивлен тому моменту, что именно мне довелось последний этап бежать. Это тоже своего рода победа. Я поздравляю вас всех с прибытием огня в наш замечательный город Казань. И хочется надеяться, что огонь и дальше пройдет и дойдет до Сочи, до финальной своей точки в полном порядке. Поздравляю всех.